Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Сергея Матвеева и отправляемся на тренировочку. Находимся сейчас в центре Адлера, в сердце, так сказать. Вот он, пешеходный переход. Посмотрите, какая здесь атмосфера. Сейчас 9 утра, друзья. Прекрасная погода, просто жара пришла. Сейчас 9 утра и уже 20 градусов тепла. Поэтому, друзья, я желаю всем прекрасного настроения, приятного просмотра. Усаживайтесь поудобнее. Адлер, так сказать, запускается в летнем режиме. Поставьте мне царского лайкоса. Отправьте это видео тем, кто любит Сочи. Мы начинаем. Поедем по улице Демократической. Сейчас вы видите вот новый фонтан, который теперь стали регулярно включать. Здесь рынок слева. Много клубники. В общем, весна в самом разгаре. Отправляемся сейчас к Мандарину по центру Адлера. Потом переедем в Сириус по мосту через Мзымту. И там уже решим, где искупаться. Сейчас я решил выехать просто на кардио-тренировочку. Немного, так сказать, запустить все свои системы. Активировать организм. Хотя я уже и зарядку сделал дома. Зарядку, йогу. И отправляемся по утреннему Адлеру прекрасному. Посмотрите, почему дороги свободны. Сегодня что, выходной? Сегодня 18 мая вроде бы. Вроде обычный будний день. Вот так с утра едешь и понимаешь, что жизнь прекрасна, и ты просто любишь Адлер. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм, скоро там будет информация о моих экскурсиях. Я разрабатываю сейчас экскурсии, прайс по местным достопримечательностям тут. Так что, друзья, жду вас в телеграме. И на всех своих ресурсах. Вообще подписывайтесь, будет интересно. Я заряжен, у меня много энергии. И я готов ей поделиться. И вы видите, каким образом я это делаю. Показываю вам, рассказываю о том, что я вижу и чем я занимаюсь. Подъехали к пляжу Чайка. Смотрите, 9 утра, все, сезон начинается. Все, друзья. Зазывалы уже зазывают. Люди уже, смотрите, лежат все. Уже в трусах вон. Кафе фестивальное.
Посмотрите, как много туристов, и сейчас только 9 утра. Представляете? Просто сказка. Сквер Бестужева просто сказка. Посмотрите. Почему-то опадают листья. Вроде наоборот расти должны. Сквер Бестужева. Все, едем дальше. Подъезжаем к Мандарину. Очень много зонтиков, я смотрю, по-моему, гораздо больше, чем было в прошлых сезонах. Привезли землю, наверное, высаживают пальмы. Что там, проехать можно? Делают вход, смотрите какой. Работа кипит, все. Все молодцы. Вот такой новый бассейн построили. Пожалуйста, посмотрите, поставьте мне лайк за то, что я вам это показал. Помогаем, помогаем. Директор приехал, все кидаем, помогаем. Будет такой вход здесь. Интересно. Проезжаем мой любимый ресторан «Вода», рестобар. В общем, ребят, скоро будет просто бомба. В принципе, уже бомба. Друзья, вы напишите, как у вас настроение, откуда меня смотрите и когда приедете. Мне интересно будет почитать. И приятно.
Сейчас как занырну, как искупнусь, ух, буду купаться долго. Подъехали к мосту через реку Мзинту. Все, покидаем Адлер и попадаем в Сириус. Прекрасный Сириус. Всегда люблю смотреть на горы с этого моста и на море. Красота. Реку Мзинта. Так, пересекли Мзинту, находимся в Сириусе. Сейчас подъезжаем тут к моим друзьям. Тут семья, кошечка с котятами. Я их кормлю каждый день. И тут не могут сообразить, в какую сторону. Правостороннее у нас движение. В правую надо группироваться. Так, где моя тут любимая? Нет никого. Странно, обычно тут по утрам. А вот она спала. Такая, я так люблю ее. Посмотрите на это. Где твой дед? А? Где ты, Ну не надо, ты сейчас камеру выключишь. А, это она с вами здоровается. Всем привет. Пойдем, я тебе кушать дам. Ну, давай, иди со мной здороваться будешь? Где твои дети? Так, друзья, с вас лайк. Еще одна мама сытая. Сережа. Тут это следит, в общем.
Тут некоторых местных, точнее приезжих, это очень обидно, называют бздыхи. Ну, потому что, ну, я часть их как бы понимаю просто. Иногда вообще приезжают люди, которые, ну, вообще не понимают, знаешь, ну, невежественные, невоспитанные. Я так, конечно, никого не называю. Я же толерантный. Мне кажется, я тот человек, который может понять всех и любую сторону. Я весы по знаку зодиака. И я даже понимаю тех, кто меня обижает, представляете? Ну, что у них, возможно, были такие мотивы, что, возможно, бы я сам мог поступить аналогичным образом. В целом, я считаю, что все, что с нами произошло, да, то есть все, что находится за нашей спиной, это невозможно было изменить. То есть у меня такая позиция. Произошло то, что должно. То, что сделало тебя тем, кто ты есть. Это очень просто. И мне кажется, это очень удобная, комфортная позиция. Потому что, чтобы не возвращаться назад и не винить себя, не испытывать чувство вины за ошибки, потому что не ошибается только тот, кто ничего не делает. И те ошибки, которые были нами сделаны, они необходимы для того, чтобы мы пришли туда, куда должны. И чтобы мы стали тем, кем мы стали. То есть, проживая ошибки, мы становимся сильнее. Двигаемся по Эмеретинской бухте, в Сириусе. Подъезжаем к порту, точнее проезжаем Адлерский порт. Ветер дует в лицо, надеюсь, вам хорошо видно и слышно. Адлерский порт, друзья. Рыбаки, смотрите, можно поехать на рыбалку. Смотрите, сколько удочек у них.
Проезжаем отель Рэдисон. Двигаемся в сторону Абхазии и Олимпийского парка. Так, подъезжаем к Олимпийской набережной. Выехали на Олимпийскую набережную. Сегодня тут такое море классное, спокойное. Купаться одно удовольствие сейчас будет. Парк. Проезжаем в спортивный парк Сириус слева. Подъезжаем
подъезжаем к моим любимым местам. Сейчас будет пляж Рэдисон. И пляж Роза Хутор. Так, сейчас посмотрим, как готовят пляжи. Все функционирует уже этот пляж Рэдисон. Там я видел девочки с полотенцами на ресепшене. Поэтому все, пляж функционирует. Сейчас они будут доделывать его. Все моменты, тонкости, нюансы. Хорошо, тепло так. И пляж Роза Хутор сейчас перед вами. Тоже его готовят. Все красят, обновляют. Галина Романовна, добрый день. Добрый день. Как жизнь молодая? Ой, Сережа меня зовут. Ой, Сережа, Господи, не прости. Все, трудитесь, да, уже? Ну, как всегда. Молодцы. А ты зачем это делаешь? Что? Фотаете, зачем делаешь? Да, я просто еду на тренировку, снимаю тут. Ну, зачем? Ну, что тут происходит, людям интересно. Я же это, блогер. Работать не хочу, буду блогером. Смотрите, там дельфины. Дельфин сейчас вынырнул почти полностью. Ты будешь этим летом? Я точно буду на пляже Сочи-Форния. У нас же сейчас точка на Розе Хутор, там где корпорация шалостей, рядом с катком. И буду, я планирую, да. Посмотрим, как пойдет. Так, фортуна, да, ну я думаю, что я точно часто тут буду ездить. В общем, хорошего дня вам. Спасибо. Все, удачи. Это Галина Романовна. Медик. Познакомился я с Галиной Романовной на катке Роза Хутор. У нас была там фототочка, она работала там медиком, и мы с ней подружились. Я возил ее домой. Она уже пенсионер и работает, представляете, у нее тут есть квартира, там дача. Она работает, и все деньги там дочери вроде отправляют. А я говорю, в смысле, для себя поживите. Ну, я ей говорю, возьмите там, не знаю, свои сбережения, полетите на остров куда-нибудь. А она не может так сделать, потому что она привыкла жить по-другому. Советский менталитет, он как-то ограничивает людей. Ну, привыкли жить в таких концепциях, и, видите, трудно измениться.
продолжаем движение, двигаемся навстречу ветру. Сегодня собираемся с Рафаэлем в Абхазию разрабатывать экскурсионные маршруты. Я буду продавать экскурсии, друзья, запускать по местам, которые мне нравятся, которые я выбрал для обязательного посещения туристов, по моему мнению. Поэтому, если вы хотите, я могу познакомить вас с Сочи, могу отправить по своим экскурсиям. У меня есть надежные, порядочные водители, которые смогут это сделать. Утром одни спортики. Вечером тут полная посадка будет. Здесь пляж Сириус находится, вот его тоже начинают готовить, смотрите. И слева начинается отель Редисон. Справа пляж Редисон. Великолепный пляж.
песочком. Очень красиво. Продолжаем, друзья, наше увлекательное путешествие утреннее. Кардионагрузочка у нас. Зарядочка. Все молодцы, трудятся. Сережа едет на тренировку. Он тоже большой молодец. Скоро я буду вот здесь останавливаться, на вот этих турничках. Посмотрите, сказка просто. Наезжаем в ресторан «Высота». Подъезжаем потихонечку к границе с Абхазией. Сейчас будут прекрасные виды на горы, и там же я и искупаюсь. Сережа мчит на тренировку. Пляжи как грибы повырастали, как будто бы они тут и были.
Все, на сегодня я закрыл свой минимум. Представьте, какая у меня кардио, 40 минут уже кровь гоняю. Как это полезно с утречка. Я позавтракал. Знаете, чем я завтракал? Я выпил перепелиных яиц, сырых 5 штук. Просто взбил их в блендере вместе со скорлупой. Помыл, конечно, перед этим. И после этого выпил коктейль с пророщенной гречкой. Но на обед у меня уже будет что-то посерьезнее. Там яичница. Может, в Абхазии хачапури съем по-аджарски. Ну, то есть я с такой пищей тоже как бы люблю работать. С вкусной едой просто. И я считаю, что нельзя лишать себя такого удовольствия. Как вкусная еда. Просто тренируйся побольше и кушай, что хочешь и сколько хочешь. Все просто. Но я не забываю напитывать себя реально тем, что имеет ценность. То есть, допустим, перепелиные яйца, зеленая гречка, кедровые орешки, это все я сегодня ел. Там банан, представьте. У меня есть крутой мед каштановый. Ну, то есть, я ем еду, которая наполнена жизнью. То есть, представьте, гречка пророщена, это энергия жизни. И яйцо, это тоже энергия жизни. То есть, просто примите тот факт, что вы в матрице, а все вокруг программа. Вот еда – это программа. Вот какую программу вы вкладываете в себя, подумайте. Просто осознайте, это очень просто. Еда – это программа. Вы съедаете, можно сказать, это информация. Вы съедаете еду, и в вас попадает некая информация, которая распространяется по вашему телу и создает определенные вибрации. И не удивляйтесь тому, что вы получаете в своей жизни, потому что, что какую информацию вы в себя засовываете. Это очень важно. Также очень важно желание ваше. Что вы желаете? Если желаний нет, то и ничего не получите. Если настроены негативно, завидуете, еще что-то, получите плохое. Потому что вы настроены, вы испытываете это. Вы вибрируете на этой частоте. Пойду купаться. Водичка, сказка. Сейчас немного на горы полюбуемся. Дельфинов нету. А рыбаки есть. Так, все, иду купаться. Сейчас переодеваюсь.
водичка бомба. Просто сказка, все, вода прогрелась, можно купаться. Так что, друзья, берите билеты, приезжайте, ждем вас, отвезем на экскурсии, все покажем, расскажем, будете в наших руках, добрых, надежных, безопасных. Все, друзья, на этом прощаюсь, желаю всем сказочного дня или ночи. Удачи в жизни, успехов, процветания. Буду благодарен за поддержку в виде лайков, комментариев. Если уж совсем труд душу тронул, можете и задонатить что-нибудь. Все, давайте подписывайтесь на телеграм, чтобы не потеряться. Всем удачи!